Регулировка по месту, вот здесь вот. Угу. Так, ну и дальше очередной как-то. В принципе, система Венди, она должна это дело скомпенсировать, да? Компенсировать до определенной степени, но все равно противовеса... Хотелось бы, чтобы был противовес. Противовеса не хватает. Вот здесь должен быть, да, он получается? Да, он вот здесь вот решится. Ну, в принципе, да. То есть можно. Двигаешься нормально? Да, не болтается? Ну, легкое это самое, как бы, что, инерция есть. Получается, короче, его нельзя сейчас включать, да? Только надо дождаться вечера. Смотри, инструкции как бы по нему мы не видели. У некоторых зачитка есть, у некоторых нету. Если обычную ПНВшку днем включишь, соответственно, можешь засветить матрицу. Это нехорошо. То есть в результате... А вот сейчас, когда он поднят, так это вообще, блин, вот так вот голову клонит. Угу. Противовес, короче.